シャーラ。報告、アクセスポイントからメール受信の連絡。Vai um praquete, meu senhor. Блин. Ай. А, блин. То есть, вы понимаете, что... Надо держать вперед, чтобы ускориться. Не знаю вообще на лосе, как это делается. Давай, забодай его. Не хочешь. Собрать. Ну, то есть вот. Включил пода и стреляй. Сам в это время склоняйся, бегай, но ты все стреляй. Так, что надо сделать? У меня вот один вопрос к разработчикам. Когда-нибудь карту вразумительную научится делать или нет? А это где вообще? Что это? А, это пустыня, что ли? Письмо какое-то получил. Какое письмо? Вот FPS проседает вот в таких локациях, где зелени много. Где зелени нет, FPS вырастает. Чуваки, смотрите, что у меня есть. С этим подом, правда, не видно ни хрена становится, когда он стреляет пулеметом своим. Опа. Я его сломал нечаянно. Я не уверен, насколько мне нравится этот взлом. Скорее нет, чем да. Да, кстати, кто не знает, это второе прохождение. Тут как? В первом прохождении играешь вот за эту девочку в юбочке. Которую под юбочку можно заглянуть, да? Которая и сама не стесняется все показывать. Вот, а второе прохождение. Тут, во-первых, игра по-другому начинается. Совершенно. Вроде бы. Ну да, по-другому. Во-вторых, говорят, тут... Ну, в общем, сюжет отличается от первого прохождения, второго прохождения. И это даже... Ну, относительно. Ну, тут как, квесты... Я не знаю, что я не играл, не смотрел второе прохождение, но... Квесты вот некоторые, конечно, дублируются. Ну, например, вот... Два первых квеста, там что-то торговцы... Торговец и кузнец вразумительно что-то продавали или делали, там нужно собрать. Буду для них. Вот, а вот что дальше будет, честно говоря, не знаю. Да, вот он просад включились. Когда-ка я тебя взломаю, парень.
тебя надо взломать. Да? Я плохо владею этим звоном, потому что не практиковался еще нифига. Давай, успевай. Да ну, по-моему, геморрой, вот так каждый раз взломывать. Этих врагов, ну я не знаю, больших, может, еще есть смысл, которые долго не убиваются. А эту мелкоту всякую из-за опыта взламывать. Я не знаю, может, на джойстике, конечно, и удобно взламывать, ну поудобнее, чем. Так, меня не трогайте, я вас не буду взламывать. Но на клавомыши, блин, там. Ну, вообще-то взлом не на клавомыши, а на просто на клава. На клаве производится. Хотя я тут хотел попробовать, кстати. Может быть и мышка действует во время взлома. Игра приятная во всех отношениях. Немного бесючая вот эта вот настройка, что нельзя клавишу нажать и держать. Вот. Ну, вы представьте, вот дрон. Так, ладно. Сейчас квест начнется, расскажу. А, кимитачи га ёрубака. Ханачи ва ки коно саки но ёба де накама га маттэру кара соччи ни мукатте куру. Тада 砂漠地帯には補給する場所がない。何か必要だったら、ここで何か交換していくかい? Так, подожди, а ты что? 何か交換していくかい? Новенькое продаешь? Нет. Сиди здесь. То есть вот тут можно интересные вещи найти, если этим подом все время пользоваться, но блин. Удерживать все время клавишу, чтобы сканер был включен. Извините, ребята, вы че? Вы о чем думали-то вообще, когда клавиши программировали? Причем тут такая система, что если ты нашел с помощью этого пода скрытый предмет, то чтобы его подобрать, вот тоже должен быть включен, потому что если ты выключишь его, предмет пропадет. И ты забрать его ты не сможешь. Это означает только то, что мне еще одну клавишу надо нажать. То есть я должен держать клавишу пода все время причем. Что за хрень? Вообще, игруля, конечно, на видео, и как она играется, совершенно по-разному почему-то выглядит. Я не знаю, как это объяснить. Так, куда я побежал? На видео атмосферность не передать. Не знаю, почему.
что у меня в руках? А, ну вообще-то все правильно. А что он как странно дерется? Вообще этот меч не так работает, чувак. Вот этот меч, который у меня за спиной, кстати, я нашел вот с помощью вот этого сканера. В пустыне. Так, или не в пустыне. Ну, где-то нашел, в общем. В пустыне я копье нашел. А, тут же надо, блин, да. Не так. リーダーから話は聞いてるよ。 私の名前はジャッカス。よろしく。砂漠の機械どもを退治してくれるって?じゃあ、封鎖している入り口を開けなきゃね。ええ。でも、どうしてこんな変な場所?ああ。これ?これはね。巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。 ピロマン。 ой. Что сказал? Пироман? А что хотел сказать? Подрывник. Сапер. Короче, она ворота взорвала, чтобы я прошел дальше. Ну, в данном случае... В данном случае мы прошли дальше. В этой игре можно мы говорить, потому что тут в основном... ходим парой. Мы с Тамарой ходим парой. Я 9S модель, а это 2B. Модель 2B. To be or not to be, короче. Секретка все еще есть. Чуваки, смотрите, у меня дрон стреляет, да? Так, а что мне надо тут сделать? А вот мне интересно. Ладно. Мне пустыня тут нравится. Блин, они так пустыню классно сделали. Она передает, наверное, ну... Я, к сожалению, в пустыне никогда не был реальной, но то, что я видел... за свою жизнь. Могу сказать, что пустыня... Такие кодаи мо фуэта, тэ резистанс но хито га иттемашта не. Доусте сайкин ни натте фуэтан даро? Достаточно... реалистично нарисовано здесь. Вот. Вот нашел скрытый предмет. А, ну в данном случае у меня автоподбор стоит. То есть у меня автоматически подбирается весь лут. На это требуется 6 ячеек, правда. Но, блин, это так удобно. Не бегать, не нагибаться. Раз, подъехал, собрал. Можно на кабане ездить, кстати говоря. Ну или там на лось. По пустыне на кабане вообще прикольно.
Сейчас я кабана найду. Андо、ロイド、デッキ、アイジョ、こんばんは。機械生命体にも怖いっていう感情があるんでしょうか。 Ну, этот стрелялся, фода включил опять. И пошел дальше. Так, вот там. Кабан должен быть, да, он стоит. Кабан, здорово! Давно не виделись. Эй. Песочек, песочек. А, почта какая-то же пришла, да? Снаряжение... Бла-бла-бла. Снаряжение... Кабан, вперед! Я что-то не понял, почему он не разгоняется. Волчи. Запоганили кабанам. Хотел бы кабаня покататься. Шибли. 人間が着ていたものに漢字が似ています。データで見たことがある。そういえば顔のペイントも共同体特有の化粧みたいだ。Интересно, где кабан? Почему эти... Что ты тут дергаешься? Как он разгоняется? Вот, видишь, так, хоп, мимо предмета. И вот он полетел со мной. Иногда догоняет. Он на самом деле всегда догоняет. Чуть не хочет разгоняться, странно. Но без разгона я их не увидел. Ну, боевка не выглядит, конечно, реалистичной, но в то же время она какая-то своеобразная все равно. То есть тут много всяких... Вот, к сожалению, на этом персонаже второй удар... То есть тут два оружия. На этом персонаже второе оружие — это взлом. Вот, взлом он не такой зрелищный, как, скажем, вот на 2B. Что сейчас такое было? Почему у меня замедляется? А, у меня стоит на замедление времени, что ли? Посмотрите, что тут стоит вообще, господи. А, да, система уклонения. Ну, чё я замедляюсь во время боя? Система уклонения. Когда вот снаряды подлетают, время замедляется. Ну,
принципе, ничего. Иногда помогает. Как сейчас. Можно успеть среагировать. Сейчас пролетело такое. Чем я говорил? А, второе оружие. О, тело робота. Ага. Робот это нужная вещь, по-моему. Все, давай. Так, ну. Занесла. Пойду-ка я вот сюда схожу. Мне туда надо. Там 60-й, по-моему, уровень. Блин. Не знаю, надо попробовать. Хотя, блин, вот этим вот персонажем я даже не знаю, как это проходить все. А, стоп, нет. Это не то задание. Вот, пожалуйста. Первое задание на поезд на вот этого вот. Подожди, он сказал, в пустыне найдете или вообще найдете? Если вы найдете что-нибудь, то... Нет, просто. Да, вот, это в пустыне, в песке. Чтобы эту реликвию... Вот динамический сканер как раз есть. Открывайся, блин, тут вот... Чё плохо-то, как сундуки реализованы. Хрен подойдёшь к ним. То есть не хрен подойдёшь, а... Хрен откроешь. Мелкие они какие-то.
Нет, вообще-то говоря, я не это искал. Я искал... Не это. Я не это искал. Подметка куда-то пропала. А, вот там вот. А, вот. Только он почему-то не активен, ни черта. Офигеть. А почему? То есть вы что мне хотите сказать, что я должен был при первом прохождении 60 уровень завалить? Чувак, что мне не бить? Я что, не бью? Потому что не попадаю. Не бьешь. Потому что робот. Ха. Так, это сундук открыт. Чешет. Трусы парусом аж. Уши греются. Вот. Вот. Ну что-то нашел. Вот. Вот, смотрите. А если я выключу, оп, нету ничего. И чтобы мне подобрать это, надо две старинные тросточки. Старинная тросточка. Это ключевые предметы, наверное. Старинная тросточка. Старинная тросточка. Палка. Применение неизвестно. Да. Описание жжет. Че, пойду? Несу. Чтобы понятно было, куда бежать, надо на карте вот метку поставить, вот, и тогда цель отметится большим квадратиком. А то тут когда целей много, одни квадратики везде. И попробуй, и найди свой нужный. Оказывается, тут на карте можно цели отмечать. О, сразу-то нельзя было сказать. Я бы знал. Ну да, шел, и чё? Толстый словарь. Деньги, опыт. Ха. В первом прохождении я ему тоже нашел. Что ему там нашел? Какую-то дрянь, не помню. Остановись. И он мне тоже дал, по-моему, толстый словарь. Что-то там еще, бла-бла-бла, фигню всякую. Все, давай, ну. Что получается? Задания зафейлились? С Колизеем. Хотя вот они висят здесь. Вот, смотри. Игровой Колизей. Испытание песка. Пройдите все испытания людей в масках. Это как раз там. Но меня туда почему-то не пускают. Странно.
Ладно, может быть позднее. Ой, блин. Заразы взрываются. Причем вот, когда я нажимаю теперь на огонь, не нужно отключать сканер. А раньше нужно было. Ну, скрипт работает достаточно нестабильно. Ну, не то, что нестабильно. Он как-то немножко лагает, так скажу. Вчера, например, я играл, чтобы... Хотя, ладно, проехали. Может быть, я просто... Что-нибудь перепутал опять. Туби, яцра на котоба ни имя аримасен. Рандомで単語を発生しているだけです。大体、助けてって言いながら攻撃するなんて矛盾してるし。そうだね。немножко напрягает то, что вот диалог, ну, вообще, речь, диалоги, реплики в этой игре во время боев. Ну, если ты понимаешь японский язык или английский, то это, конечно, не проблема, но если ты не понимаешь, тебе приходится читать субтитры. Что вообще не всегда удобно. Тут либо субтитры читать, либо сражаться. Да, об этом, конечно, не думают о русском человеке нигде. Что ты будешь делать? Да, вот тоже как-то залезть можно вроде бы. А, сюда просто можно вылазить. Прыжками. Вроде бы. Да, вот так. Только тут нет ни черта, по-моему. Занятие это бессмысленное. Вот. Опять что-то. Вот, пожалуйста. Что это? Грязная маска. Вот-вот и в первом прохождении здесь тоже грязная маска была. Я ее тоже тут находил. Интересно. Описание есть? Единственное, чтобы только что с этим скриптом, чтобы менюшку открыть, нужно сначала выключить поиск, ну, сканер, иначе пауза будет. Я вот пытаюсь открыть менюшку, а мне паузу. То есть так, и нормально. Так, что я хотел посмотреть? Чужие предметы, грязная маска, да? Индиана. Тяжелая каменная маска.
настолько же грязная, насколько и тяжелая. Маска пришельца. Ну, так себе на самом деле, что-то они как-то поскупились на фантазию. С масками пришельца. Может, это, конечно, из первой части какой-нибудь намек. Я не уверен, я первую часть не видел, даже не знаю, о чем там. Так, мне интересно, что же он даст за... за эту... Блин, я, конечно, прямо дошел уже почти, но я все равно туда пойду, вернусь. Мне интересно, что он дал за второй. Артефакт, так сказать. Эх, тут бы кабанчика, да разогнаться. Но, блин, враги мешают. Не то, что мешают. Я слышал хрюк где-то. Или у меня глюки. В пустыне валяются толковые словари, разорванные книги, технические руководства. Что? Откуда? Земля библиотекарей, что ли? Типа. Что? Вот, давай. Блин, да как тебя разогнать-то, а? Кабанявый. Это что, он не хочет разгоняться? Чувак, здорово, я тебе принес, что там, что-то принес. Маску. Техническое руководство. Кабан, поскакали. Вот плохо только, что на кабане вот это время не работает. Это да. Поэтому я пешком пойду. Хотя непонятно почему. Почему сканер на дроне не работает на кабане? Совершенно непонятно. Ну ладно, оставим это на совести разрабов. Талантливых разработчиков. Ладно уж. Похвалю. Дает взлом, кроме опыта, мне интересно. Тут еще и удерживать надо.
О, взять под контроль. В районе над целью отказаться бы, да? И это получается. Что значит удаленное управление? Я теперь могу роботом бегать. Прикольно. Эх ты, блин, класс. Вот это уже прикольно. Это прикольно, да. А почему я не всех так могу? Ни хрена у него урона, блин, с этой пукой. А, я только могу удаленно управлять. Что за стой? А, и так могу взламывать. Прикольно. Не успел, нифига. Хотя, не успел. А, то есть, а тот рванул, да. То есть я принял обличие робота, я, насколько я понял. Что? Ты какого делаешь? Что? Жму вперед два раза, он отпрыгивает назад. Не ясно. А, нахрен. Ладно, надоел ты мне. Будет. Я в человека превратился. В смысле? Понятно. Чек! А если на летучек под контроль взять, можно? Полетать было бы прикольно. Цып. Древняя маска. Что? Древняя маска? А, это просто лут.昔山が噴火しました。
噴火の火の中から神様が現れました。神様は機械たちにこう言いました。意識を、痛みを、喜びを、сознание боль, наслаждение, страдание, ярость, отчаяние, отчаяние. Таков будет смысл жизни. Прикольно. Да. Над этим стоит подумать. Всем. Кайто. 鉄骨とコンクリートでできた高層建築に大勢で居住し、マンモス団地などと呼ばれていた。わざわざ大勢で集まって住むなんて、昔もこの辺りは危険だったのかな。危険、集団で住んでいたのは土地の不足による経済的な理由。人間って変わってるな。Смысл жизни в самой жизни。報告。メール受信の連絡。Полетели! Не успели. Скрытый лут был вроде. Вот мелкота не поддается управлению. Что вроде еще было? А, ладно, хрен с ним, пойду дальше. Хотя нет, там терминал есть. Склониться надо. Активировать его. Я вот что-то не понял, почему он не активированный до сих пор. Ну, пофиг. А тут почта еще какая-то была. Если у вас проблемы, то ответьте. Если у вас нет проблем, то отвечать не нужно. Но это А9С. А как ответить? Как не нужно отвечать, я знаю. Я не знаю, как ответить. А, да-да-да. Теперь я могу вскрыть этот.
Да стреляй, что ли. Ё-моё. Записи из ведомостей. Кюзекайно-джоу-хо-ка. Бесполезная дрянь. Резидентная жизнь. Майский выпуск. У нас сезон дождей. Как только сезон муссонов ударит, вам будет трудно развесить постельное белье, поэтому воспользуйтесь этим шансом, чтобы сушить его до июня. Это также поможет предохранить его от плесени и клещей. В последнее время увеличится людей на ящик утилизации мусора. Мы все разделяем. Мы все разделяем, поэтому, пожалуйста, обязательно. Ну, бла-бла-бла-бла-бла. Троллят, короче, опять. Вот, да, скрипт иногда сбой дает после определенных действий. Я не знаю, каких именно, но не всегда включает сканер. Если автохватки запущены. Ну, точнее, ну, в общем. Точнее, это нельзя объяснить. Прочувствовать. Так, куда мне идти? Я слегка заблудился. Что? Парень, беги, что ли. Туда он еще можно сбегать, но там, не знаю, есть что, нет. Пойду сбегаю, ну, вдруг что есть. На второй игре. Залезть можно. Так. И стоп. Ай, не допрыгнул, ё-моё. Молодец. Блин! Опять не допрыгнул. Парень, давай ты все сделаешь правильно один раз, чем три раза и неправильно. Так. Слушайте, что-то не допрыгивает. Мне надо прирост опыта плюс 4 удалить. 15 человек. Так, ставится.
хотя я вроде допрыгивал раньше, не знаю, 5 FPS, наверное. Да, ёп. Неудобно, потому что надо прыгнуть, 2 раза нажать. А он хрен знает вообще, как двигается. Сейчас вообще не поймешь, как двигается. Парень, ну давай запрыгнем уже, ну. Хватит мне на нервы действовать, сволочь. Такая. Давно бы так. Маленький засранец. Зачем я сюда прыгнул? За янтарем, что ли? Господи, надо оно. Я не на те кнопки сегодня нажимаю вообще. Ладно, пофиг. На балкончике можно запрыгнуть, но что-то не хочется. Так, я опять не в ту дыру зашел. Не в тот проулок. Не в тот проулок. Переулок. Тут тупик. А, вот, господи. Что это, сундук стоял? Ай. ターゲットを視認しました。追いかけましょう。
хорошенькое дело. Тебя нафиг и нужен. Вот тебя надо взломать. Попробовать. Фига себе, блин, тут... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фига, я не взломаю его, блин. Сложный. Ломаю. Надо тренироваться, надо. Интересно взломать. А, тут еще эта хрень дамажит. Офигеть. Да они еще и двигаются, ничего себе. Да. Просто так не взломаешь эти мне, короче. Чёрт, ладно. Что ты пипец? Его проще так убить, чем этим взломом, блин. Колдовать тут. Вот дрон включаешь. И пошел в бой. Вот и все. Мне кажется, вы перемудрили что-то с обзломом, ребята. Может, на джойстике это, конечно, и проще сделать. Но на клавомыши это совсем не просто. Особенно без тренировки. どういう基準で言葉を選んでるんだろう。
да. Но несмотря на все эти нюансы, игрушка доставляет. アンドロイドたちの死体。推測、当地域に生息する機械生命体による。なんでこんな場所に？理由不明。まるで集められているような感じですね。 Вроде еще что-то было. Да, вот. あそこに逃げ込んでます。 Тут сейчас бойня будет вроде бы. この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。 Смотри, что делают. Нинген на котоба у манестейру такедаю. Оргия. Типа на оргию пришли посмотреть, да? Вот вы и попались, говорит. Попробую без дрона. Вот, да, не хватает ударов после прыжка. Я привык вот так вот биться, привык, да. А тут вместо этого вот это дрянь включается. Потом ждешь полчаса, когда все это анимация пройдет. Сколько вас здесь? Ох,機械生命体です。
А бам. Ando Lloyd, どうして戦う? Ты чё? Дядька. Ух. Если я тебя ломаю, что будет? Я, наверное, устанешь сломывать. Десять тысяч уровней защиты. Катана. トゥービー! あいつ! 進化してる! 一気に蹴りをつけましょう! Восьмой уровень, парень. Куда ты лезешь? もう一体増えるなんて。 Да, давай-ка свалим отсюда. А куда бежать? Сюда что? まで来たら大丈夫そうですね。一体あの機械生命体はこれまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。 司令部に連絡するために通信状況のいいエリアに移動しましょう。 Короче, ладно, на этом серию закончу. Пока.